Всем здорово. Продолжается у нас партия за Францию. Вот такие вот территории под нашим владением сейчас находятся. Ну, в этой серии мы начнем с того, что будем влетать на мексиканские территории. Тут индийцы хотят познакомиться с непревзойденной французской кухней. Давайте не будем заставлять их ожидать. Так что начинается война против Чактемали. С ними в союзе Кичи. Кичи мы не сможем закорить. Сначала мы их просто выбьем с этой войны. Будем тут брать побольше территорий, ну 5 минимум, чтобы получилась автономия побыстрее. Выпал еще вот ивент интересный. От статской культуры у нас появилась советница Ла Малинче. Можно было ее сделать конкистадором. Я взял, чтобы она улучшала отношения. Тем более она плюс 2 и в 2 раза дешевле. Такая же мадам у нас есть ирландской культуры. Прокачивает дисциплину для наших войск. С индейцами война тут закончена, оставил немножко войск, тут есть еще у нас первопроходец, нанял, будем понемногу открывать здесь территории. 5 провинций корица, вот здесь 3, 4 и тут 5 будет создана Мексика, но есть новости поважнее. Оказывается, у Кастильи есть казус белли против Португалии на восстановление унии, они на данный момент ведут эту войну, так что я предлагаю подписать военный союз с португальцами и пусть они нас призывают, вы ведь призовете? Не факт, конечно. Видимо, что не призовут. А если гарантию кинуть? Видимо, война была очень давно уже начата, и они не могут нас призывать. Вынудить к миру также не можем, у нас перемирие с кастильцами. Ох, ёлки-палки. У них и так 577%, будет где-то 800 станет. Ну ладно, будем готовиться к новой войне, значит, против Англии. Объявлена война против Англии, было у них в начале войны 13 тысяч, сейчас 45. Взяли сразу наемников, было видно, что там у них нулевой боевой дух. Так что приходится еще нам вот тут добирать войска. Наверное, армию отсюда лучше вывести, а то ее могут и разбить даже. Часть войск подавляла восстание новгородское, но они ушли, и Москва разбила наших повстанцев, так что можно возвращать этих мужиков назад. Ну и Португалия все-таки стала униатом, 38%. У них желание свободы, но я думаю, Кастилья здесь собьет его, так что придется с ними на пару воевать. Англичане стали всем стеком на нашу крепость в холмах. Давайте будем их атаковать. Тут еще подходят наши подкрепления. И англичан мы разбиваем. Ну что ж, пошли на юг преследовать их и отбивать то, что они у нас взяли. И вот у нас также получается Мексика французская. И также мы получаем тут этот договор просидельяцкий. Ну, на Мексику он не особо нужен. Он больше на такие вот пустые регионы подходит. Добиваем английскую армию полностью, вроде, да, 0 полков у них осталось. Мы возьмем сейчас Лондон и будем мириться, тут мы все равно много не сможем себе получить. Да уж, тут Богемию раздирают на части, конечно. Англии очень много союзников, но попробуем в следующем мирном договоре немного поубавить их количество. Осада Лондона готова, перехватили тут еще британский флот. О, плюс 2 линкора. Прекрасно. И давайте еще вот сюда зайдем. Еще тут, наверное, будет сражение. Да, плюс 2 транспортных корабля. Подписываем мир теперь с англичанами. Заберем наконец-то Пикардию. Задолбало меня каждый раз эту крепость брать. Агрессивки, например, на Британии идет 17 аж. Немало, я вам скажу. Возьмем еще деньги, разорвем союз с Саксония-Кёльн. И репарации тоже от англичан заберем. Так, теперь у нас есть 1000 общего развития. Еще 5 очков престижа нам не хватает, то чтобы поднять наш ранг. Ну вот, повоюем против Британии. У нас тут готовится казус белли против них. Получим престиж и станем им. Империей. Ранг до империи мы уже подняли, также провели госреформу очередную, взяли меритократический набор, там минус 10% стоимость советников, ну и плюс равновесная лояльность буржуа поднимается на 5%, тут с ними постоянно проблемы, когда забираю земли. Повоевали также с Британией, дальше будем воевать против Бургундии, по цели войны возвращение. Хорватия еще не хочет им помогать. Объявляем им войну, они тут еще удобно, как видите, отключили крепость, прям для нас, наверное, это делало. У нас есть на 6 маневренностей. И что, найдет? Да, за 10 дней он доходит. Крепость на халяву. Война против Бургундии также заканчивается. Забираем эти 3 провинции и немного деньжат. Агрессивки тут совсем мало, 8. Из-за того, что это национальные провинции, плюс еще была взята идея из шпионских на минус 20% влияния агрессивного расширения. Дальше готовимся к войне против Кастилии. Ух ты, блин. Союз Австрии. Это будет жестко. Но мы подождем, значит, чтобы наша депрепутация восстановилась. И будем папу с Венецией призывать.
Вот и приходит момент, когда мы будем нападать на Кастилию по возвращению арагонских земель. Нас все поддерживают, даже Польша. Даже несмотря на то, что у них займы есть и так далеко, они нам помогут. Врагов Австрия тут есть, а может на Австрию поставить галочку? Ну, союзники у нее так себе, но я не буду ставить галочку. Надо, чтобы эта война побыстрее закончилась. Так что вперед к победе! Берем также 20 тысяч наемников, по традиции хорошей. Они очень сильно экономят нам рекрутов. Еще было бы неплохо поднять до 12-й военную технологию. Там новый тип пехоты. Также начал присоединять Гинигау. Смысла его держать дальше нет, у него больше отсутствуют еще какие-то национальные территории. Так, Кастилис хочет сразу повоевать. Ну ладно, давай. Тут, конечно, минус 2 будет из-за гор. Но это надо брать. Ну что ж, мы его побеждаем. Даже больше убили. Я забыл посмотреть, какие у них характеристики. Давайте так посмотрим. 14 линкоров, кстати, у них есть. У Португалии что-то вообще нету. Две штуки всего. Но теперь у них боевой дух ниже, чем у нас. Теперь мы защитники веры. И дисциплина у них ниже. Начинается Тридентский собор. Контрреформация. Тут стоимость идеи. А идеи нам надо закрывать. Миссионеры нам не нужны, у нас есть два, их хватает. Православные провинции перекрещиваем в России. Нет, пока не будем ничего делать. Тут еще вот три исследовательских нужно закрыть. Ну, шпионские я, наверное, не буду дальше закрывать. Смысла не вижу. Так, война происходит очень успешно. Взяли уже третью крепость, отбили Барселону. Но враг держит скопление своих войск большое. Правда, они, я думаю, сильно теряют по рекрутам. 56 тысяч у них сейчас есть, а было 60 с чем-то. Австрия уже почти готова. Ну вот так вот они соглашаются. Одну крепость вот здесь мы отдадим обратно Швейцарию. Порвем их союзы с Кастилией, Кёльном и Бранденбургом. Возьмем репарации. Дальше, я думаю, смысла ее держать. Войны нету. Пусть наши союзники подтягиваются сюда, на основной фронт. Происходит крупный бой в Валенсии, но мы не участвуем, потому что у нас снижен боевой дух, а мы тут поменяли новый тип войск, выставили. Мушкетеры появились. Ну давайте хоть немножко закинем, чтобы тут было, чтобы мы не успели. Ага. Ну ладно. Так тоже хорошо. Ладно, пошли дальше на Толедо. Оккупация Испании идет хорошими темпами, тут поляки нам помогают, Неаполь помогает, вон Венеция, все подряд пришли, еще вот победили врага, но правда тут нападали в горах, не особо эффективно, да и это получилось, но получилось. Ну что ж, можно подписывать мир с Кастилией, отдаем Арагону вот здесь, провинция, к сожалению, они потеряли вот здесь на юге, две пробки, свои корки, Мальту отдадим под Неаполь, хотя можно было бы и себе забрать, но ладно, пусть будет Неаполь. Навара также отходит Арагону, ну репарации, деньги, понятное дело, и вот здесь один островочек еще нам получается взять, завершаем на этом войну, неплохо так взяли, да, ну и теперь Арагон можно уже присоединять, смысла дальше его держать нету. Это будет после того, как Гинигау закончится присоединение, там восстановится депрепутация, тогда мы их и заберем. Лимит управления есть, как видите, 300 очков еще. Дальше знаете, на кого можно было бы пойти? На Османа, внезапно. Он все больше и больше, больше и больше жрет мамлюка. Надо бы немного приостановить этот жор. Тем более у Неаполя есть на всю Южную Грецию вечные претензии. Надо бы их реализовать. У них, правда, союз с Россией есть, но у Османа уже закончились рекруты. Россия там тоже где-то воюет. Я думаю, мы сможем вывести их двух. Еще вот доберем немножко войск. У нас войска лучше, конечно же. Да. Надо их останавливать понемножку в развитии, а то потом будет очень тяжело. Поляки и венецианцы хотят нам помочь. Папа, ну, почти хочет. Военную усталость у него есть. Ага, благосклонности, к сожалению, больше нету, чтобы на него капнуть. Но ничего, без него справимся. Войска наши переправил в Италию. Наверное, высадимся через Адриатическое море и пойдем через Балканы. Ну, вообще будем смотреть. Тут османы, наверное, будут и на Польшу забегать. Может, и просто будем сюда идти с ними сражаться. Посмотрим. По войскам у нас все поровну. Завязывается сразу морское сражение. Давайте направим сюда свои также корабли. И османы хотят нас атаковать в горах. Ну, закидываем своих людей. 6-5 генералов. Так, формируется также уния.
Австрия за католиков на этот раз. Ну, нам пока не до уний. Морской бой, к сожалению, мы проигрываем, судя по всему. Давайте лучше отступим. Да, мы потеряли 4 линкора уже. Тут рулят, к сожалению, галеры, а у османы их 60 штук. Ох, что-то не вывозим мы этот бой. Да, слишком много османского мяса сюда зашло. Все-таки надо как-то на своих территориях играть от защиты. Отступаем в Польшу, в Краков. 30 тысяч человек мы уже потеряли в этом сражении. 6. Немного меняем нашу стратегию, идем сейчас на Россию. Будем как можно быстрее, нужно будет нам ее выбить. Минус 19 там уже есть, а потом с османом уже будем разбираться. Надо было сразу так сделать. Взяли наши войска Москву, Можайск также был под нашим контролем. Все, Россия хочет подписать Белый мир. Ну давай разорви с османами еще союзик и дай нам 300 денег. Хорошо. Ах, блин, получили черные метки. И на польской территории мы ведь не восстановим, да? Да, не восстановимся. А поляка сейчас будут выбивать, чувствую. Османы тут гасят просто не по-детски. Крепости лопаются одна за другой. А зато можно восстановиться на богемской территории. А, ну вот они берут горную крепость. Давайте зайдем к ним в гости. Османы просто какие-то жесть. 6-5, вот этот генерал, это еще и наследник. Блин, капец, он херачит нас. Мы побеждаем, но большой ценой. И рекруты у него уже 40 тысяч. Он быстрее восстанавливается, чем мы успеваем их убивать. Венеция тоже что-то тупит, все свои войска держит на своей территории. В общем, весело здесь. Отбили польские территории, перешли теперь уже осаждать Константинополь, но у нас счет минус 45. Из-за того, что мы не контролируем военный счет, минус 20 кидается. Ну, тут еще Венецию сейчас выбьют, значит он, по идее, должен немножко восстановиться. Так, теперь османы пошли к нам. Венеция вообще ни черта не делает, тупо отвела свои войска и стоит. Наконец-то мы берем цель войны. Минус 11. Они нам осадили всю Францию. Две крепости только осталось. У них тут по месяцу, знаете, крепость. И все, готово. Поляки вот тут еще одну возьмут. Ну, на Белый мир они так и не хотят. Минус 20. Попробуем, давайте, вернуть наши войска домой. Может, сразимся еще. Ну что ж, будем мириться с османом. Подвел я свои войска, и они меня тут разбили. Просто в пух и в прах. Чё-то они слишком дикие какие-то. Я еще ни разу не видел их такими мощными. Так что придется признать поражение. Что мы будем делать? Возвращаем Британию, их одну провинцию, России вот эти провинции, и разрываем союз с Польшей. Да, это, конечно, жесть была та еще, с османом воевать. Я совсем не ожидал от него такого. Но ничего, мы еще вернемся. Мы будем мстить, и мстя наша будет страшной. Дальше у нас начинается очередная война против Англии. Можно даже замахнуться на Лондон. Давайте попробуем его взять. Воюем тут также с Малёркой. Она в ходе войны против османа подняла тут восстание и отсоединилась. И также начал аннексацию Неаполя. Национальных провинций у него нету. А претензии мы и сами можем сделать. 28 лет это будет длиться. Это у нас еще не восстановилась депутация нормально. Потом пойдет побыстрее. Завершаем войну против Австрии. Забираем вот таких вот три провинции, только Англия и Британь. Что-то там нам угрожают. Возьмем репарации, заберем деньги. Теперь можно будет переносить наш торговый центр в Ла-Манш. Потом еще возьмем вот тут Кале и будем торговать. Еще одна отличная новость. Бургундия падает в унию к Бранденбургу. Супер вообще. 130% у них стоимость провинций. И желания свободы нету даже. Ну а мы возвращаемся на север, в Россию. Будем против нее воевать. У нее 770% по стоимости. Пока у них нет союза с османами, знаете, лучше пойти на них. Так что объявляем им войну. У них даже артиллерии нету. Знаменитый российский искусственный интеллект. Правда, пехоты в два раза больше, чем у нас. Значит, возьмем места. Да, чуть даже дешевых войск нету. Наемнических. Вот за 600 монет. А, их только Франции можно нанять. А зато вот этих можно здесь. Чуть дороже, но ничего. Если еще эту войну проиграю, это будет вообще супер. Россия там пока занята войной против орд южных. Мы взяли Ярославль, поставили войска на Москву. О, за 79 дней взяли. А почему османские территории не могли так быстро брать, елки-палки? Ладно, это травма уже на целую неделю. Еще понемножку воюем в Новом Свете. Здесь тоже какие-то провинции жирные все. Завязывается бой против русской армии огромной.
У нас тут тоже, конечно, есть немало. Блин, и тут 42 уже почти взяли, это наемники. И это еще не вся русская армия. Это только половина. Так, но мы победили. Взяли тут наемники Новгород. Я думаю, мы немного отведем наши войска после взятия Рязани, чтобы они там в тылу отдохнули. Россия отбивает у нас Ярославль, но мы при этом берем Псков и Луки. 58% у нас уже есть военного счета. Главное то, что Россия не валит на наши территории. Остальное уже как-то разберемся. Поймали армию России без генерала. Полностью, к сожалению, не получилось их уничтожить. Сколько у них рекрутов остается? 7000. Ну, с учетом пополнения это и уже все. Рекруты закончились у них. Да, это, блин, не османы. Они сразу перехватывают нашу армию осадную. Но с севера даже на помощь не идут. Очередная за нами победа. А Богемия стоит и патрулирует австрийские земли. Молодец, Богемия. Красавчик. Очередная битва, на этот раз под стенами Ярославля. Им даже генералы дикие не помогают. Фига себе, османы пошли на Речь Посполитую. Но у Речи есть союзы. Ха, Дания не помогает полякам. Киданули их, да? Хотят с нами союза. Угу. Удачи, конечно, вам. Вот вступили в бой против арагонских претендентов, и Арагон тупо встал и стоит. Ну, поставлю вам на самостоятельность. О, пошел. Спасибо, не надо. Ну что ж, будем заканчивать войну против России. Берем вот такие вот странные границы. Тут я хочу получить общую границу с поляками. Надеюсь, они не будут сильно возражать, что я сюда залез. Они союз как бы хотят с нами. А нам нужно еще 3 года подождать. Я бы хотел с ними переподписать. Против османа они пригодятся. Так что пока вот так подписываем. Мы тут парочку проф нагайцам вернем. Ну и так, чтобы взять побольше, знаете. Немного денег, уберем гарантию России с Генуи, чем она там вообще гарантит, не знаю. Ну и репарации, конечно же, надо возвращать себе деньги. Так, мы можем вмешаться в войну на стороне осман. Ага, сейчас. Английских сепаратистов разбили, арагонских разбили, тут еще какие-то шампанские приперлись. Аргунские дворяне, эх, жаль, не какой-то там наследник. Ну и дальше, наверное, опять пойдем на Кастилию. Спало у нас перемирие, только наемников придется распустить. Очень это дорого, слишком дорого для нас. К войне против Испании готовы, у них только Мантуя есть в союзниках, так что давайте будем начинать, воюем по завоеванию, очень много вечных претензий арагонских, но Арагон можно еще будет немножко откормить, у него нулевое желание свободы, так что нормально все должно быть. Заняли Кастильскую столицу, город Толедо, осаждаем Лиссабон. Они даже не появляются. Не знаю, где их армия находится. Возможно, в Новом Свете они там воевали против каких-то индейцев. Да, вот здесь, в Южной Америке. Видимо, туда увезли. Так что мы тут без проблем берем все. Последняя битва идет против Кастильско-португальских войск. Мы их разбиваем. Одно неприятное в этой войне, то что они разбили нам наш флот. Мы вот 16 кораблей потеряли в общей сумме. 5 линкоров только осталось. В общем, какие-то старые караки. Теперь давайте будем подписывать мир. В Европе забираем 5 провинций с одной крепостью. В Новом Свете забираем часть Кубы. Тут еще парочку островков. И вот тут, наверное, еще влезет. Ну, одну оставим им, колонию. Вот так пусть будет. Хотя нет, лучше вот так. А еще лучше вот так. Тут отберем, тут заберем. Репарации и прочие, к сожалению, уже не получается. Еще немножко вот денег. Ух ты, елки-палки, сколько мы дипочков потеряли. А почему? Потому что мы брали себе, а надо было передать Арагона. Понятно. Ну, раз взяли тут себе, значит, будем сами корить их. На этом моменте давайте будем заканчивать 5-ю серию. Получилась она у нас такая и победа, и поражение. Веселая, да. Кое тоже бывает иногда. Самое обидное то, что остановился прогресс присоединения Неаполя. Теперь пока этих 200 очков не восстановим, дальше не сможем пойти, что придется немножко подождать. Ну хорошо, на этом все. Всем пока, до новых встреч.